Астросоциальное шоу «За гранью» лишилось бессменного телеведущего. Сергей Соседов, напомним, вел проект с момента его появления на экранах. К сожалению, шоумен так и не ужился с редакторами программы, которые, видимо, устали от постоянных споров с известным правдорубом. По мнению журналиста, его попросили с НТВ, потому что он оказался слишком напористым. Желание помочь героям – вот чем всегда руководствовался Сергей Васильевич. Заменить народного любимчика вызвался другой известный персонаж, актер и телеведущий Тимур Еремеев. Выбор преемника не на шутку разозлил Соседова, который теперь хоть и считает себя отрезанным ломтем, но при упоминании имени заменившего его журналиста, критик даже не старается изображать безразличие. На вопрос журналистов о том, как бы он отнесся к Еремееву, если бы тот внезапно обратился к нему за советом, обиженный шоумен не стал ходить вокруг да около. «Зачем ему обращаться ко мне за советом? Он же актер, в театре работает. Он меня побаивается, да и не спрашивают там советов. Другие ему насоветуют, а он будет выполнять», — признался Соседов, чей ответ прозвучал довольно бескомпромиссно. Смачно припечатав Еремеева, критик наконец-то решил приоткрыть завесу тайны и впервые заговорил о планах на будущее. Как выяснилось, в последние дни Сергей Васильевич провел сразу несколько встреч, в ходе которых обсуждалось его участие в громких проектах. Так что уволенный с НТВ журналист обязательно объявится на одном из телеканалов, ведь его популярность по-прежнему зашкаливает до небес.